свою фигуру там идут. На самом деле силы зла не где-то, а ночью в холодильнике живут. Увы, тот факт давно уже не сказка. Внутри его и килька, и бычок. Грозят нам и коварная колбаска, и даже недопитый коньячок. Заморить червячка — неплохой оборот, но свисают бока и круглеет живот. Я пытался худеть, вроде дело пустяк, но процесс тормозит этот жадный червяк. Да. Освещенном силуэте зла немеренная рать. И ясно, что нам делать просвещенным: бороться с ними и их уничтожать. Поэтому простит меня Всевышний, не глядя на полночный форс-мажор. Боясь будить родных своих не слышно, я снова выхожу в ночной дожор. Заморить червячка — неплохой оборот, но свисают бока и круглеет живот. Я пытался худеть, вроде дело пустяк, но процесс тормозит этот жадный червяк. Червячка — неплохой оборот, но свисают бока и круглеет живот. Я пытался худеть, вроде дело пустяк, но процесс тормозит этот злобный червяк.